Друзья, вчера в 8 часов вечера в центре Санкт-Петербурга произошла страшная трагедия. Многое мы не можем рассказать, друзья. Продолжение этого выпуска появится уже завтра рано утром на нашем канале, в нашем новом выпуске. Вчера произошла трагедия, в которой пострадал советский российский актер театра и кино Константин Воробьев. Актер переходил дорогу недалеко от своего дома и попал под колеса автомобиля. Автомобиль марки BMW совершил на него наезд, после чего скрылся с места происшествия. Ему оказали помощь прохожие люди, которые вызвали наряд полиции и бригаду скорой помощи. Сейчас актер с серьезной травмой позвоночника находится в городской больнице номер 28. Уже сообщили супруги его родным и близким. Продолжение выпуска завтра рано утром, друзья, на нашем канале. Давайте поддержим наш канал подпиской, поставим лайки, нажмем на колокольчик, чтобы утром не пропустить свежий выпуск.